остановочку делаем справа. Стрелять буду, останавливайся, убьешь людей. Последний раз говорю, я стрелять начинаю. Дальше нет. Почему не выполняют требования остановки сотрудников ДПС? Испугался. Чего испугались? То, что нарушил правила дорожного движения. Нарушили правила дорожного движения. Двигались вы по улице Кирова в сторону улицы Свердлова, свернули на 23, на улицу Театральную. В ходе преследования начали движение дальше, не останавливались. Неоднократные требования сотрудника ДПС об остановке не выполняли. Правильно? Правильно я говорю? Требования не слышны были. Про блесковые мочки и спецсигналы вы сзади видели? Ну, спецсигналы видел. Ну, да. Почему не останавливались? Ну, требований как таковых не было. Не слышно было. Стали, нажимаю кнопку старт, прибор начинает прогонять воздух на наличие посторонних паров. Проверка воздуха. Алкоголь не обнаружен. 100% видите? Да. Дуйте долго до щелчка, я скажу, когда хватит. Средней силы. Я держу. Дуем, вы не дуете, прибор должен пищать. Стоп. Значит. Идет анализ. Результат составил 0,827 миллиграмм на литр. Допустимая норма 0,160.